Саля, скажи, ты пользовалась ли ты когда-нибудь единым билетом? Я пользовалась картой-тройкой, которая действует в Москве. Я тоже пользовался. А билет единый, как единая Россия. Давай поговорим об этом, потому что это нововведение, которое на материке действует уже давно, а у нас в Крыму появилось относительно недавно и очень сильно облегчило жизнь не только крымчанам, но и тем, кто к нам приезжает, нашим гостям. Действительно, это нововведение, которое уже начинает действовать на территории республики. О том, где и как можно будет приобрести такой билет, сколько он будет стоить, нам расскажет Денис Сергеевич Майор, директор муниципального унитарного предприятия «Горавтотранс». Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Здравствуйте. Ну вот я думаю, что для многих эта информация актуальна, особенно для тех, кто сейчас отправляется на работу и вынуждены ехать с пересадками. И сначала ехать на маршрутке, потом, может, где-то на троллейбусе. Может, кому-то надо будет пересаживаться на водный транспорт или еще какой-нибудь. На самолет. Вот, самолет. Вот здесь как раз-таки им такой билет и пригодится. С 1 августа мы совместно с Крымтроллейбусом запустили единый проездной. Да, на данный момент действует только на двух крупных предприятиях – «Горавтотранс» и «Крымтроллейбус». Что дает эта карта? Она дает, в принципе, безлимит на данный момент. Мы будем рассматривать с оператором по поводу 10, 20, 30, 40 поездок для упрощения. Так же самое разовый билетик, чтобы был тоже по безналичной оплате, чтобы проходило, как действует везде в современных городах, да, о том, что ну, развиваться-то уже надо еще было с 16 года, в этом плане мы чуть отстали. До этого была карточка задействована только у предприятия «Горавтотранс», своя была карточка, чем бы это было неудобно, у «Крымтроллейбуса» своя карточка. С 1 августа мы объединились, чем получилось в том, что у нас маршрутная сеть с «Крымтроллейбусом» намного, ну, как сказать, дублирующая, да, друг друга. То есть пассажиру удобно проходить, то есть осуществлять перевозки на наших маршрутах и так же самое по этой карте пересаживаться на «Крымтроллейбус» и осуществлять перевозки на ихних. То есть можно будет сначала сесть на маршрутку, потом в троллейбус и при этом расплачиваться только одной вот этой карточкой? Да, совершенно верно. Так же самое пополнение карточки. Можно приобрести карточку в «Крымсоюзпечать», «Крымпочта», она стоит 60 рублей. Пополнить ее безлимитный поездок 1500 рублей. Если желает пассажир осуществлять перевозки на одном транспорте, ну, там, у «Горавтотранс» или «Крымтроллейбуса», то это стоит 1050 рублей. Что касается, мы сделали так же самое, мы даем карточки сейчас для, и так же самое, брелки, браслеты для детей, сирот, там, которые там льготные дети, мы тоже сам бесплатно это все удается, для того, чтобы привлечь к себе пассажиров. Но брелки, я так понимаю, это прошитые тоже ими можно расплачивать? Браслеты, да, совершенно верно. Ага. Заходишь в автобус, троллейбус, прикладываешь к валидатору, и бесплатно, ну, получается, вылазит чек, берешь чек и проходишь по салону. Скажите, а насколько транспорт уже оснащен валидаторами? На нашем подвижном составе 90 единиц оснащенных валидаторами. Мы также само будем осуществлять, продолжать оснащать. А, извините, давайте поясним, слово-то незнакомое, что такое валидатор для тех, кто не знает. Валидатор – это фискальный накопитель, который при оплате проезда проводишь по валидатору и выдает чек. То есть это такой прибор, куда прикладываешь, считывается денежка, да, считывается, и, соответственно, да, оплачивается проезд. Карточку прикладываешь, любую карточку, и транспортную карточку, и банковскую карточку. Даже банковская, да, можно? Да, совершенно верно. ВИР, виза, мастер-кард, все считается, любая… Мир. Плата проезда. Конечно, да. Да. У нас уже работает МИР еще с 2018 года, уже заработал. Ну, а вот мне интересно, а как можно будет пополнять вот эти карточки, которые, вы говорите, можно приобретать для расплаты в проезде? Через терминал Payberry. Где, какой? Payberry. Ну, любой терминал, где пополняется счет, как вы пополняете счет, так же самое там есть у нас везде задействованы. Карточка пополнена, городская транспортная карта. Скажите, а вот… Например, купила вчера карточку, допустим, да? Она будет действовать с начала месяца по конец месяца или с того дня, как я ее купил и активировал? И вот 30 с того дней. Дня, когда вы ее активировали, да. И оттуда начинается отчет 30 да, дней? Да, да, 30 дней, да. Угу. Ну, достаточно удобно. Но есть ли в планах расширять вот маршрут, количество транспорта, который будет включен, где будет действовать эта карта? Конечно, у нас проблема возникает с тем, что мы не успеваем оснащать наши подвижные составы, да, то есть у нас транспорт быстро приобретается, мы с 16 года каждый год приобретаем транспорт, и мы не успеваем его дооснащать. Вот так же самое сейчас проблемой столкнулись с валидаторами. Как бы тоже стоимость оборудования не такая дешевая в количествах, да. И мы сейчас хотим взять в аренду это валидаторы, да, сносить весь полностью подвижной состав, чтобы создать полностью для жителей, ну, везде, чтобы можно было передвигаться.
Крым-троллейбусы, насколько мне известно, на сегодняшний день у него полностью подвижной состав весь оборудован валидаторами. Денис Сергеевич, ну вот в Москве сделано все удобно. Там, на самом деле, на входе на, вот, стоит уже как-то палка, поручень, да? Поручень, да, на который крепится валидатор. У нас же это в кабинке водителя. Да. Не очень удобно расплачиваться людям. То с есть это все согласен, через водителя приходится делать. С вами полностью согласен. Под стационарные валидаторы они называются. Мы планируем до конца года в план график вложить о том, что нам надо будет установить стационарные валидаторы на своем подвижном составе, который устанавливается в середине салона, который создает упрощенную цивилизацию для нас, потому что не надо к водителю не бежать, надо его отвлекать от дороги. Так же самое, как и водителя отвлекать, это для нас в первую очередь безопасность. Так же самое и пассажиру создавать дискомфорт, ждать, пока там водитель освободится, да, пока будут раздавать, принимать наличную оплату проезда, выдавать билетики. И это все создает неудобство и дискомфорт для пассажира. Денис Сергеевич, вы сегодня озвучили цены. Общий билет стоит единый 1500 рублей, правильно я понимаю? Скажите, а вот для льготных, там, скажем, для студентов, для телеведущих, для... Для студентов, у которых стипендия часто составляет 1500, да? Для пенсионеров существуют какие-то скидки? Конечно, существуют. Оператор сделал 15% скидку. Так что это, в принципе, рентабельно и выгодно для так же самое у студентов, так и как и у школьников. Действует, вот, например, что про школьников хочу добавить. У них школьный дневник к этому подключен, к этой карте. Это как? Школьный каким образом? Полностью там у них это надо с оператором конкретно проговаривать, потому что вот он со школами полностью позаключал договора, которые выдают там школьный дневник, столовая, где родители там, к примеру, денежку на карточку пополнили, он в столовую можно рассчитаться по этой карте. Так же самое проходит, он идет в школу, так же самое, как и студенты. Проходит через турникет, отмечается вот для школьников. А я думала, что водитель сразу видит оценки ребенка и говорит, так, ты двоечник, ты не поедешь сегодня. У нас этого нет, мы ничего не видим в этом плане. Мы только видим, сколько пассажиров перевезли. Это для нас в первую очередь так же самое, как и подтверждение для льготников, сколько мы пассажиров льготной категории граждан возим. И электронное как бы количество перевезенных пассажиров. На сегодняшний день мы уже перевезли 22 миллиона пассажиров. Так что это большое количество. 22 миллиона? Это с какого периода? С января. С января этого года? Да, мне кажется, это прилично. Это большая цифра. Скажите, пожалуйста, а вот, например, существует какая-то статистика на данный момент? Сколько людей уже воспользовались услугой единого проездного билета? 4 тысячи человек. Уже 4 тысячи? Это много или мало? Это мало. Это мало? Порядка, да, это очень мало, это в порядке даже, как сказать, если полностью взять тех, кто приобрели карточки, это 20% наших пассажиров. Если в порядке того брать, какое мы количество вообще перевозим, это процент маленький очень. Я думаю, что после сегодняшней программы, конечно, этот процент вырастет, потому что нас внимательно смотрели симферопольцы и крымчане, и все приобретут единый билет. Денис Сергеевич, большое вам спасибо. Напоминаем, в гостях в студии сегодня Денис Сергеевич Майор, директор муниципального унитарного предприятия «Горавтотранс». Большое вам спасибо за ваш рассказ.